И мы сейчас поделаем как бы нулевой вход без видимого контакта. Держим ночи. Вы должны как показать, что вы встречаете. Ну, пропустить его. Аккуратненько. Сейчас мы достаточно с ним, ну, с жителями быстро работаем. Отсюда пропускаем вдоль корпуса и сразу. Духом ручи. Ходим под мышку. Вот сюда, под мышку. Удар вот сюда. Тюгяш, то же самое. Тюгяш. Мы делали тюгяши вот здесь. Сейчас тюгяши здесь. И когда цки. Немножко если движение вправо, влево. Так то можно скорректировать. Но мы двигаемся немножко сюда и сюда. Не надо не обязательно выводить. Ваша задача пропустить удар, посмотреть, куда он пришел. Кайтен. Йокомэ. Встали здесь. Встали, можно второй рукой постраховаться. Чудански пропустили. Хайдазо, куки, ваш удар должен пройти до конца. Вы должны его сделать, этот удар, не смотреть, что там сейчас двигается, как той. Не надо вам сейчас это, сейчас даже не будем корректировать, немножко смещать удар. Вот моя рука где. Вот моя рука где. Шнурок как в боксе у тебя получается. Да? Чуть-чуть движение вперед. Все. На удар мой должен дойти. Я ударил чуть-чуть. Вот сюда. Ицки. То же самое. Вы должны оказываться так. Для вас эта позиция главная. Давайте сейчас без рими ноги просто оказывайтесь сзади. Попробуйте. Вот Шоман идет. Вы просто оказались сзади. Шоман идет. Просто оказались сзади. Ски идет. Вы просто оказались сзади. Тозо.